Укрощение бури. Евангелие от Марка, глава 4, с 35 по 41 стихи. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель! Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни! Перестань!» И ветер утих. И сделалось великая тишина. И сказала: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собой: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»